С вами megaobzor.com, и в центре внимания сегодня будет робот-пылесос Polaris 4105 Wi-Fi IQ Home Aqua. Эта модель поддерживает сухую влажную уборку, голосовое управление, работу по расписанию и автоматический возврат на базу. Производится в трех цветах – белом, черном и серебристом. Сопровождается робот-пылесос 2-летней гарантией. Его продажи стартовали. Более подробная информация по ценам всегда доступна в текстовом обзоре по ссылке. Комплект включает зарядную станцию, блок питания, запасные комплекты фильтров, салфетку из микрофибры и кисточки, руководство пользователя, гарантийный талон, а также сам робот-пылесос с контейнером 2 в 1. Корпус его выполнен из пластика, в нашем случае белого цвета, в традиционной форме для такого класса устройств. Внешний вид аккуратный, не перегружен декоративными элементами. Сверху на корпусе отсутствуют выступающие элементы, обеспечивая ему хорошую проходимость вдоль шкафов, мебели и под кроватями. На верхней панели механическая кнопка управления со светодиодной подсветкой и логотип IQ Home. Сама верхняя панель из закаленного стекла. Традиционный подпружиненный бампер на фронтальной стороне. Вдоль его периметра распределены инфракрасные датчики и элементы навигационной системы Gear Insight. Основание из износоустойчивого пластика черного цвета. За размещение и перемещение по полу отвечают три колеса. Это два боковых с грунтозацепами и поворотный ролик. Подвеска основной пары колес с амортизацией позволяет преодолевать пороги и неровности, а также съезжать и заезжать на ковры. По периметру у нас находятся оптические датчики, они определяют поверхность. Их задача заключается в обнаружении свесов и обрывов, предотвращая падение с лестницы. Устанавливаются две щетки по краям, в центре съемный валик с рядами искусственного ворса и резиновыми ламелями. Фиксирует валик защитная рамка Roll Protect, предотвращающая захватывание проводов. Контейнер у Polaris 4105 Wi-Fi IQ Home Aqua гибридный, совмещает отсек для сбора сухих загрязнений объемом 400 мл и резервуар для воды объемом 300. В выпускной системе установлена многоступенчатая фильтрация, состоящая из HEPA и губчатого фильтра. На его основании с помощью липучек фиксируется салфетка из микрофибры для влажной уборки. Зарядка и парковка робот-пылесоса проходят на напольной станции. У нее есть скрытый отсек для хранения лишней длины кабеля от комплектного адаптера. На верхней грани углубление для хранения блока питания. Настройка и управление проходят в бесплатном приложении IQ Home с многоуровневым защищенным соединением. Оно позволяет владельцу получать доступ к прибору из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Интерфейс у приложения интуитивно понятный. В главном окне пульт для запуска и остановки уборки, ручного выбора направления перемещения, интенсивности уборки и подачи воды, данные по заряду аккумулятора, времени уборки, а также площади помещения. Выбор режима уборки, тут случайное перемещение, автоматическое, периметр, спираль, функция влажной и сухой уборки, расписание, карта и включение защиты от детей. В редакторе расписания настраиваются дни недели, режим уборки, интенсивность и время для запуска. При движении по комнате данный пылесос составляет примерную карту помещения и строит маршрут уборки благодаря технологии Gear Insight. Поддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Алиса и Маруся. Рассмотрим на примере приложение «Умный дом Яндекс». После синхронизации аккаунтов предлагается добавить совместимую технику Polaris. Для прибора выбирается имя, место расположения и комната. С экрана приложения можно запустить и остановку уборки. Изменить скорость работы и режим. Посмотреть список с примерами команд. Голосовыми командами сможете запустить уборку, отправить на базу, изменить скорость работы, узнать текущий статус, запланировать уборку через заданный интервал времени. После распаковки и установки щетки рекомендуем провести зарядку. Процесс восстановления занимает у нас некоторое время, и его можно совместить с настройкой и добавлением в приложение. После этого пылесос готов для старта уборки. В автоматическом режиме робот-пылесос перемещается по всей площади квартиры змейкой. Обходит все участки, включая пространство вдоль мягкой мебели и шкафов. На полу не остается видимых загрязнений. Хорошо справляется с шерстью домашних животных. После завершения возвращается на зарядную станцию. Есть режим перемещения вдоль стены и по спирали. При влажной уборке равномерно подает жидкость из емкости на салфетку из микрофибры. Протирает поверхность пола без капель и разводов. За счет того, что здесь есть гибридный контейнер, сухая и влажная уборки могут совмещаться. Емкости аккумулятора в среднем хватает до 150 минут проведения уборки. Цикл восстановления занимает примерно 5 часов. В итоге получаем робот-пылесос, эффективно решающий вопрос поддержания чистоты в квартире или доме. Влажная и сухая уборка, приложение IQ Home для управления со смартфона, интеграция с голосовыми помощниками, сменные расходники в комплекте, несколько режимов работы и мощности всасывания.
Работа по индивидуальному сценарию. С удовольствием обсудим с вами Polaris 4105 Wi-Fi IQ Home Aqua. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.